обратите внимание, мы сначала простраиваем конструктив, а затем все это обрабатываем в художественной манере. Художественная манера очень сложная. Есть некоторые смещения, асимметрия, какие-то недосказанности, ну, живописность, одним словом. Глаз зрителя всегда ищет что-то простое. Простые конструктивные соотношения, простые размеры. А наша задача художников – простроить это простое, а потом его спрятать. Спрятать за некой небрежностью, неровностью, некими отвлекающими пластическими линиями. Спрятать это объединение всех форм. Зачем мы это делаем вообще? Зачем это делать? Какой в этом смысл? Все очень просто. Когда зритель ищет в сложном что-то простое и не находит его, в этот момент он начинает развиваться, он начинает работать, его внимание начинает работать, мозг начинает работать, потому что он как бы начинает отгадывать, он начинает сам все это простраивать. То есть зритель сам превращается как бы в художника, и в этот момент он творчески растет. В принципе, для этого, в общем-то, искусство и нужно, чтобы любого человека, который не владеет искусством, приобщить к тому, чтобы он тоже творчески мог что-то делать, что-то мог придумывать, изобретать, сочинять, составлять. Поэтому очень важно сначала создать эту основу, а потом ее уметь спрятать. И древние иконы очень хорошо нам показывают пример, как иконописцы скрывали простые композиционные средства. Например, византийские мастера скрывали их за счет виртуозности живописной. Русские мастера это скрывали за счет такой какой-то простонародной кривизны. И были разные в истории периоды, когда простое как бы выходило наружу и художественность терялась. Также и в наше время часто формализм, конструктивизм, геометризм, какие-то правила композиции начинают выходить наружу на показ. И тогда вся художественность, вся вот эта тайное искусство исчезает, и смысл искусства теряется. Просто появляется такой рациональный подход, который полностью уничтожает искусство. Но очень хорошо, что очень много есть современных иконописцев, которые придерживаются древней традиции, и стараются писать архаично, сложно, где-то неровно, где-то виртуозно, скрывая как раз-таки простую композиционную основу. Им большая благодарность, потому что именно они несут просветительскую работу, они развивают людей, и это, в принципе, богоугодное дело, потому что они приносят пользу людям. А те, кто занимаются формализмом, упрощением, те, кто занимается созданием каких-то новых видов современных стилей, в кавычках, эти люди, конечно же, просто экспериментируют, и толку от этого нет.